среду в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Плюс 17, плюс 19 градусов днем. Ночью 7-9 выше 0. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В дневное время плюс 18, ночью 9 выше 0. Северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, возможно, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 9, северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре облачно. Днем плюс 17, ночью 8 с плюсом, северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 51%. В геомагнитном поле небольшие возмущения.